Короче, ребята, день, мой второй день, мы напали, да, я позвал Киару, и мы напали, да, Лею. Лея где-то сейчас в Шторине, может, мы ей дадим леща вместе. Лея, здорово, я в кустах сижу, я тихо сижу здесь. Ты на кого? Пошла нахер! Она всех разгнала, это Лея. Вот зараза. Черт! Так, надо сосредоточиться. Ее ульта — это хозяин. Вот, блин. Надо что-то делать. Киара засала, а я... Да, Киара засала. Так, значит, Лея, походу, улучшилась, ведь у нее есть ульта, хозяин, которая разгоняет нас, как лошар. Ладно. Слышала, Киара, ты лошара, а я не испугался. Даже ни капельки. Ну, максимум чуть-чуть обосрался. Обкакался чуть-чуть. Но она, ну, видно же, она испугалась точно. Я думаю, надо это расследовать. Если так и пойдет, то нас ударит. Это. Давайте подеремся с ней. Вот это и вот. Давайте подеремся, пока это Киара. Все, за Киару. Вот Лея. Так, где же Лея? Мне... Опа, я кое-что заметил. Что-то странное на Лее. Нифига себе. Беги. Беги, дядя. Ты все как тебя ударит. Короче, меня чуть отправили в нокаут. Это как будто нокаут. Меня кто-то побил. Все, нас двоих побили. Все, это... Это надо как-то исправлять. Это охеренно. Это офигеть вообще. Все, я должен разобраться с этим. Это Лея нас... Это Лея мне втащила. Да, втащила. Хорошо, что не попала, потому что шторка. Но она втащила мне. Я почувствовал. Вон эта трусиха. Чё мне не помогла во время боя? Ага. Ты знаешь, какая нахер эта дерзкая? Ты видел, как она мне втащила? Я видел. Тут чуть что, и она нападает. Ладно, я за тобой пошел. Иди сюда, зараза, что не помогала. Нет!